Это были фотографии, как видите. Теперь вы увидите самого кота Федя. А вот и он. Спит, как обычно, около компьютера. Эй, давай просыпайся. Кота Федя. Ну а сейчас вы посмотрите картинку кота Федя, которую нарисовала моя дочь. Ей всего 9 лет, и она нарисовала своего любимого питомца. Вот так. Правда, он у нас не любит гулять, но тут в картинке он обожает гулять. А еще он у нас обожает спать. До встречи!